Всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как возможный вариант, как можно заделать дыру между стеной и крышей, недоделки, скажем так, исправить недоделки нерадивых строителей. Вот посмотрите, идет стена, и между крышей и стеной вот такая вот дырень. Закладывать ее проблематично было. Это кирпичи таскать, подкладывать их, подбирать. И вот мы решили вот таким вот способом. Набили, муж мне прибил сетку по всей длине. И я раствором 1:2, одна порция песка, цемента, 2 песка, сделали такой растворчик и примазали, накидали на эту сетку. Посмотрите, вот не везде она прилипла, нужно еще подкидать. И потом вы увидите весь процесс дальше, что будет происходить. После того, когда мы смочили, сейчас берем, еще подкидываем, чтобы все забить пространство. Еще подкидываем раствор. Раствор у нас немножко жидковатый, потому что жара, он быстро стынет. И вот так вот берем вот такими ляпочками, накидываем. Жестче. После того, как подкидали, берем мастерочком, вот так вот приглаживаем. И сразу можно намечать, мы еще потом будем подкидывать, и сразу можно намечать наши будущие булыжники такие, мы будем так сказать, вот будет один у меня где-то примерно. Вот такой вот. Вот здесь вот второй. Их можно наметить, а потом пригладить. А потом еще подкидывать будем немножечко, чтобы их придать им, так сказать, объем. И намечаем наши камешки. Вот как они будут идти у нас. Делаем разметку. И берем, подкидываем немножечко. Да, вот здесь вот раз. Чтобы был у нас объем. Чтобы были похожи у нас камешки на такие настоящие булыжники. Вот таким вот образом. Стирочком мы выглаживаем. Каждый камешек. Формируем их. Таким образом у нас закрывается дыра между стеной и крышей. Ну и еще и получается красота. Не знаю, как вам, но мне так нравится гораздо больше. После того, когда мы сформировали камешки, вот мы их пригладили, можно рукой пригладить, можно кисточкой, можно мастерочком. И вот так вот выполняем более четко, подрезку делаем. Прорезаем швы мастерочком.
Можно рустовочкой. Можно вот таким вот инструментом. Чем угодно. Вот. И получается у нас вот такие вот булыжнички. А потом берем кисточку. Для начала сметаем все это кисточкой, лишнее то, что мы подрезали. Вот. Все выметаем. И немножечко, когда они подсохнут, но сейчас жара, они сохнут, в принципе, очень быстро. Чуть-чуть, чтобы они закрепились. Мы берем водичку, смачиваем кисточку в воде и проходимся так аккуратненько, приглаживаем их еще кисточкой. Какие-то сколы от подрезки, они приглаживаются, уплотняется раствор, так сказать, дружим его один слой с другим. Обязательно делать нужно. Очень хорошо. Вот такие булыжнички у нас получились под крышей. Но уже явно лучше, чем огромные дыры. Смотрится довольно-таки неплохо. Вот таким образом мы решили задачу, как соединить стену с крышей. Спасибо за просмотр. Всем мира, добра, удачи!